Здравствуйте, меня зовут Щербенко Лариса Андреевна, мне 50 лет, я замужем, имею дочь 29 лет и внука 2,5 года, которого очень безумно люблю, и меня тоже. Я живу в Белой Церкви, ищу работу няни или гувернантки, так как образование у меня учитель начальных классов, и я могу предоставить очень много помощи детям именно этого возраста. Какой у вас опыт работы? Опыт работы в школе 28 лет. Я проработала в школе, ушла со школы по стечению обстоятельств со званием старший учитель. В классе всегда у меня было много детишек, которые приходили по желанию родителей именно ко мне в классе, поэтому мы находили прекрасный общий язык между детьми и родителями. Какой у вас опыт работы в семье? В семье я проработала с августа 2009 года. По март 2010 года с мальчишкой 7 лет. Мальчишка очень подвижный, интересный. Я забирала его со школы. Мы кушали, делали уроки, играли, развлекались. Мне очень нравилось, но приехала бабушка, поэтому должность гувернантки уже просто не понадобилась. Какие ваши личные качества? Ну, я могу утверждать, что вредных привычек у меня нет никаких. Порядочность, честность, спокойствие. Я очень спокойный человек, из себя выхожу, практически не выхожу никогда из себя. Какой график работы вас интересует? Мне бы хотелось работать 5 дней, суббота, воскресенье, выходной, но могут быть исключения, там, по ходу уже нужно выбрать, может, и другой график работы. Спасибо за внимание.